Кызылорде прошел семинар для госслужащих корпуса «Б». Специально приглашенные работники Академии управления при президенте Республики Казахстан разъяснили принципы подготовки программ и проектов на местном уровне проведения экономического анализа. Тема актуальна. Подготовки различных программ и проектов, их реализации важную роль играют профессионализм и квалификация госслужащих. Все участники семинара получили сертификаты. Портфель проекта, кто его готовит, как им нужно управлять, кто ответственен. Всему этому мы обучаем наших слушателей. Что это нам даст в будущем? Повысит ответственность в решении задач, квалификацию госслужащих, также эффективность сотрудничества друг с другом.